Пальцы расслабь. Нет, я имею в виду собачьи. Упражнение. Очень много рук. Начинаем движение. Перестань с ней разговаривать, душу. Вот это подвал с чем связан на основном плане. Чтобы смотреть лучше, видишь? Не азиатка, это регионе. Ну, фиг его знает про азиатов. Я их не так, прям скажем, много вижу. В обиденце. Начинается. Посылаем собаку. Бардак как был в позициях, так и остался. Лежать, что укладывать отдел. Собаки. А я хотел сказать, фиксации нет, поставлять. Нет, проблема, нет, у нее переключение вообще вот это. Есть. Смотри, тоже на снег засмотрелся. Там он что-то падает все время. Кончиться должен был. Почему? Именно в этом углу. Сползает, да, но в том углу он не сползает. А там не дырка, поэтому не слышу. Ну, может быть, так, кстати. Раздвинь далеко носы, чтобы зад поместился. Вешается наперед все, она еще туда специально склоняется. Начинается. Начинаем движение. Команда, сидите. Ну,
может, там что-нибудь другое, может, не снег съезжает. Может, там, да, кто-то просто соседи за стенкой что-то делают. Что-то резко что-то потерял вдруг. Вот тут уже. Команда. Камни. Ну, сказали камни, прыгать-то не сказали. Ты перед кем сейчас извинялся? Давайте еще. Не суетись. Его видела достаточно, я его нашла, я тебе показала, отстань. Что ты ее кормишь, ты объясни мне. Давай, 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 давай. То, что касается траектории движения, корректности движения, да, практически без замечаний. С точки зрения времени, ну, то, как собака двигается параллельно вам, да, на маршрут. Хотелось бы намного более четко и осмотреть позицию. Все остальные позиции, да, в сторону и очень она откачивается. Вот этот вот отвал. А это удержание мишени мордой, а не долбание в тебе дупла. Ну вот. То есть вот на этом. То есть везде и очень сильно заметное. На квадрате. Темп. Ну ладно, ровненькая рысь всю дорогу. Даже не столько темп, сколько вот стремление. То есть я не требую от нее за больше, за меньшее количество секунд добежать туда, да? Но вот хотелось бы, чтобы она показала, что ей туда надо. Это первое. Второе, самое основное, скажем так, проблема на квадрате, это отсутствие фиксации. Проблема у тебя гела. На команде и стоять, или на команде лежать. Да? То есть если стоять, значит встать и замереть, а не брести куда-то. Да? Если лежать, это не сделать три шага вперед, а потом лечь, на чем она и вывалилась. То есть если бы она легла, не шлепая к вам вперед. И, ну вот, по моим ощущениям, да, это то, что касается, вот сейчас понятно, что это тренинг. Для соревновательного очень долго ждали, чтобы дать команду стоять, когда собака. Так это я подсказал. Не стоять, на укладку команда там была очень долго. А, то да, я почему-то. Она бродила, бродила, потом услышала стоять, она продолжила бродить, услышала лежать. Да. Вот, да, и побрела дальше. Засмотрелся, вот, ага. Да. А там процессом рулить надо, а не ждать, пока он сам вот, случится. Да. Это, то есть понятно, что это да, там ноль был бы. Ну это да. Ну, скажем так, 50% от нуля притащили вы. 50% она своим шлепанием по квадрату, по гулянию. Ну вот. Так, что у нас следующий? Комплекс. Комплекс. Продвижка там была. И медленно. Ну, выполнение, кстати, не особо медленное. Для нее это вообще нормально. Нет. Успевал ну, все. К выполнению, да, к выполнению как-то претензий нет, то... Опять же, основная позиция, да. Вот. В начале упражнения, да. Остановка из движения, по-моему, да? Или аппортировка? Нет, аппортировка. Аппортировка. Значит, очень сильная рваная прям. То есть выпрыгивает от вас, делает два таких достаточно резких скачка. Вот, на грани там карьер, что называется. И потом идет прям резкое замедление. То есть не потихонечку она сбавляет скорость, да, вот, а вот прям резкий переход на такую, да, медленную ленивую рысь. Вот, ну и хватает, да, запал хватает буквально на 2-3 прыжка. Ну вот, понятно, что она своими прыжками пол маршрута проголевает в этот момент. Ну вот, стоять остановка. И сидеть из движения, ну, помощь ваша. Ну, это просто так. Да, поэтому сложно что-то обсудить. И, в общем-то, тоже все равно, даже с помощью куска, да, вот этого посадка стоять. Была все равно медленная. Остановка была вроде ничего, остановка, она там дошагала чуть-чуть. Чуть-чуть дошагала, да, но она длинноногая. Она, скорее всего, вот, чтобы вкопаться и остановиться. Слушай, пусть хотя бы перестает топтаться. Ну вот, вес большой. Да ладно, если бы она так бежала. Она просто не замирает, в принципе, нигде. Ну, мы сейчас над этим работаем. Да. Ну, ну, да, сейчас над этим, со вчерашнего дня мы над этим начали работать. На подзыве.
то же самое, что и на... Да, резкий старт. Резкий старт и резкое прям замедление, и дальше шлеп уже до вас. Вот. Ну, барьер монеты 0, первый вариант, да, второй, в общем, вполне достаточно. Конус. Ну, конус. Тоже, собственно... Ну, первый раз она его... Понятно, и... что, да, она решила, что она от него дошла, и этим, собственно, выполнила... Слушай, а там, по идее, надо досылать любой ценой. В идеале, да. А если она вот дошла, подсылать постояла... Нельзя. Ну, это понятно, если она дошла, около него вот постояла, но за него так и не прошла, это все равно ноль, да? Да, угу. Да. То есть тут ключевое слово, что собака должна опустить. То есть если она, грубо говоря, там встала, я могу ее... Ты можешь сказать обойди, да. Как и с квадратом, доделать. Это будет штраф за бак. Доделать. Но, а иначе ноль. Ну, да. Иначе упражнение разница, не выполнено. Да, то есть, грубо говоря, разница между пятеркой, помноженной коэффициентом, да, там, и нулем. Это может быть разница от первого до 15-го места, да, занятого на соревновании. Ну да, общее впечатление. Ну вот, по общему впечатлению, мне понравилось то, что собака заинтересована в работе. То есть, ну, она, видишь, начала нарядом сдуваться вдруг почему-то в какой-то момент. Ну, потом я ее... Ну, да, но я имею в виду, что в соревнованиях у тебя бы не было такой возможности, знаю. Дальше все бы пошло... Да, учитывая не на камеру будет сказано. Особенности этой породы, ну, супер. Ну,